А на одном из одесских пляжей появились инсталляции из отходов. Там устроили фестиваль свободных искусств. Художники предлагают отдыхающим оторваться от мобильных телефонов и посмотреть, как меняется жизнь вокруг. Арт-объекты видела наша Анна Городенцева. Одесский пляж на 14-й станции Большого фонтана превратился в галерею. Здесь местные художники представили свои работы. Черно-белая дверь с надписью «Выйди из себя» популярна среди отдыхающих. Она символизирует лето с разницей в год. Дверь вот эта, которая стоит, она переосмысляет как раз два лета, лето 19-го, лето 20-го, как такие совершенно разные годы, которые, казалось бы, не должны были ничем особо отличаться, но в итоге карантин так сильно повлиял на нашу жизнь. Все работы сделаны из мусора. Художники использовали сломанный шезлонг, манекены, старые гайки и болты. Елена и Лариса приехали на отдых из Киева. Им понравилась инсталляция «Рыбак». Работа выполнена из старых кастрюль в стиле киберпанк. Самое главное, что очень неожиданно. Прийти на пляж для того, чтобы покупаться, позагорать, вдруг увидеть такие интересные инсталляции, достаточно, скажем, присущие к морскому отдыху, но тем не менее очень необычные на пляже для отдыха. А эта массивная скульптура символизирует море. Выставка проходит в рамках фестиваля свободных искусств «Солнечное сердце». Одесские художники выбрали пляж для своих арт-работ не случайно. Говорят, именно здесь люди могут отказаться от гаджетов и отдохнуть от карантина. Хотели сделать фестиваль, где люди наконец-то выйдут из онлайна, перестанут сидеть в телефонах, ноутбуках. В ближайшее время на пляже планируют провести перформансы, театральные постановки и кинопоказы. Выставка продлится до 22 августа. Анна Городенцева, Арсен Подосян, Одесса, «Твой дом».